Всем привет, мои хорошие! Как давно мы с вами не виделись. А знаете почему? Потому что в этом году у нас просто бум на сморчковую шапочку. И вместо того, чтобы снимать вам видео, показывать грибочки, мы занимаемся ее заготовлением. Но сейчас шапочка идет уже на спад, пропадает, отходит. Поэтому можно уже выбираться не за ними, а за сморчками, настоящими вкусными сморчками. Чем мы сегодня с вами и займемся. Высоко на горку, и как только мы сюда зашли, наша первая находка не заставила себя долго ждать. Это сморчковая шапочка богемская. Растет она обычно семейками, как вы знаете из моего видео. Сейчас она уже в той стадии, когда она уже просто практически не держится никаким образом. Ножка уже мокрая у нее, то есть шапка уже почти на исходе. Ну, возможно, нам повезет набрать. Но напомню, что наша цель поиска сегодня не шапочка, а сморчки. Настоящие вкусные сморчки. Поэтому будем искать. Пожелайте нам удачи. И вновь шапка. Смотрите, какая гигантская. Размокшая после дождика. Шапища просто огроменная. Здесь одна и рядом вторая тоже. Это нам говорит о том, что действительно шапка уже отходит. Ножка, видите, желтая, водянистая. То есть последние. Так, ну, конечно, пока идем, встречается сморчковая шапочка. Можно набрать более-менее кондицию. Можно прям вот так вот отламывать. И, ребята, в нашем меню сегодня рядышком сморчки. Наконец-то мы их встретили. Вот он, друзья, первенец. Сморчок. Он не такой загорелый, как мы до этого находили. Он светленький такой. Самый-самый настоящий сморчок. Назовем его высокий, пока никто его не переименовал. Сейчас очень популярно менять название сморчков. Давайте просто называть его сморчок. И как мы знаем, конечно, сморчки растут тоже семейками, как и шапочки. Сейчас будем искать остальных. Вот же он, буквально в 30 сантиметрах от своего соседа еще один малыш сморчок. Ой, этот, смотрите, третий, самый козырный прям. Размеры у него прям хорошие. Ячеистый, смотрите, да? Ножка приросшая, это уже не шапочка. Это уже настоящий сморчок. Легко запомнить, в принципе. Достаточно один раз найти, понюхать, потрогать и запомнить. А здесь тоже я развернулась, пригляделась. Еще два. Один и второй. Ну, совсем малыши. Видите, в этом осиновом лесу, где мы сейчас находимся, они тут только начинаются. Идут дожди, немного пригревает солнце. Видимо, пока вот это солнышко выглядывает, они появляются. А пока для них прохладно и сыро. Шестой на этой поляне сморчок. Настоящий здоровяк. Очень полезные грибы. Напомню, что в старину раньше собирали и изготавливали из них настойки для зрения. Помогают бороться они с катарактой, то есть со всеми нашими зрительными заболеваниями наших глазок. Делают настойки. Сморчки я также ставлю в настойку для растирания при боли в суставах, при ревматизме. Особенно, когда крутят ручки, суставчики, вот эти вот мелкие артрозы ваши беспокоят вас. Можно взять примочку на ночь, примотать и утром снять. Главное знать пропорции этой настойки. А так скажу, что рецепт настойки проверенный на моих родственников. И, ребята, не отрывая вас
от этого кадра. Не видно, конечно, отсюда, но вот впереди я вижу еще один. И вот буквально я переставляю. Там еще один грибок, вон еще один, и вон под деревом два. Поэтому мы не спешим, мы срезаем один. И долго-долго сидим и смотрим, где же они еще, потому что их не видно. Они сливаются настолько с этой листвой, что нужно только присматриваться. Вот смотрите, это 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. Это уже я вот только вижу. Представляете, насколько вот они прячутся, а они есть. А другой человек бы шел просто мимо и удивлялся, почему грибов нет? Нет грибов. А потому что они под ноги не бросаются, видите, они как маскируются. Пойдемте поближе. Вот там вот, под этим деревом. Не знаю, давайте так вот сейчас поверну вам. Видно будет или нет, интересно. А они есть. Вот они, два стоят. Пойдемте их срежем. Ой, ну прям двое из ларца. Один краше другого. Хороши. Этот срезаю, другой присматриваю. Гриб без запаха особого. Все, что в нем самое ценное, это витамины и его красота. Такие юные. Видите, они только начинаются. Солнышко бы нам побольше, вот как сейчас выглядывает солнышко, и погодка прям располагает к их сбору. Побольше бы пригрело, тогда бы их было много, были бы они черные и красивые. И сбор бы был еще лучше. Здесь на этой полянке чуть отошла, встречается шапочка. Прям встречается и подросшая. Вот там вот в листиках прям молоденькая. И внимание сюда, ребят. Я надеюсь, вам это видно. От мала до велика. И вплоть туда вниз, 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 вниз. Это какое-то... Это нападение сморчковой шапочки. Смотрите, говорю, отошла. А на самом деле ее тут просто валом. Боже, надо сморчки отдельно откладывать. И опять собирать сморчковую шапочку. Не, ну как вот не спасти? Согласитесь, да? Вот стоит она хорошая, классная, свежая. Как можно пройти мимо и искать сморчки? Нет, я не согласна. Я думаю, что надо спасать всех. Ночью опять будет дождь, и они опять погибнут, размокнут. Поэтому идем и спасаем. Обещала себе, что закрыла сезон. Закрыла сезон, а полпакета набрала. Складываю отдельно, потому что в корзинке сморчки, не хочу их подавить. А шапка такая сочная, наливная. Ей в пакете ничего не будет. До машины доберется, пересыпется. Ну вот как можно не спасать такую шикарную шапку? Называется «Закрыла Кристинка сезон». И вот там вот дальше, это я только пятачок собрала, а вот там дальше ее просто очень-очень много. И это все надо спасать, потому что пропадут же. Продолжаем путешествие по осиновому лесу. Еще один малыш-сморчок. Чуть выше головку поднимаем. Вот там вот второй за веточкой стоит. И чуть поодаль третий. Пока вижу только три.
крупненький, чуть поменьше. И здесь тоже за одним пошла, еще два увидела. Прям тут они такие светленькие, хорошенькие. На солнышке еще загореть не успели. Любимые мои сморчочки. Тут немножко травмировался, пока лез. Вон там еще чуть дальше еще один. Такие полянки прям меня радуют. И еще один. Ну, пока ниже не буду спускаться. Надо пойти наверх и забрать черненький, который видно было издалека. А земля-то какая сырая еще. Вот здесь, смотрите, видите, солнце как просвечивает хорошо. И они прям здесь загорают на солнышке. Прям сморчки темнокожие. Вот еще один. Посветлее. Они загорают по мере роста. Чем больше, тем темнее. Пока маленький, светленький. Тут три. И дальше полянка. А там дальше считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот я пока здесь 11 вижу. Ну класс, очень классно. Вот видите, здесь солнышко пригрето. Им тут нравится, они не растут в темном месте. Они всегда где-то либо с краю на опушке, либо на очень хорошо освещаемом месте. Шикарный, сочный, спелый. Стройняшка, малыш. Поднимаем голову. И вот он, красавец какой. А там еще какой дальше. Гиганты просто, обалдеть. Класс. Темненькие. Ну, такие легкие. Смотрите, считаем, да, с вами? Один. И погнали. Два, три. Считаем, считаем вместе с вами. Четыре, пять, шесть. Насколько хватит камеры? Семь. Шикарно, да, когда вот так вот они попадаются? Богатырь какой ногастый. Внутри, кстати, полый. Как вы можете видеть, да? Пустой, очень легкий. Вон какие два красавца, смотрите, стоят. И там еще один за деревцем. Вот же он. Давайте их срежем. Ну ничем они не пахнут. Пахнут грязью, если честно, и листьями прошлогодними. Ай. Но собирать их целое удовольствие. Еще один на этой полянке стройняшка тянулся к солнышку. Ну, потихонечку в моей корзинке прибавляется. Этот прям упал, смотрите, в ветки. Бедненький, его же склонило, видите? О, размерчики, смотрите. Класс. Вот это ничего себе, да? И вот еще один. Жирнючий. Вот такие два. Прям жирные, классные. Класс. И еще парочка чуть ниже. А этот такой шикарный, смотрите, облюбовал цветы зубянки пятилистной и стоит, красуется, красоте в такой. Замечательный сморчок, черненький такой, загореленький, на солнышке подрумянился. Тут тоже полянка из трех штук. Маленький, чуть побольше и еще больше. Здесь получается чуть-чуть крупнее.
И вон там еще один. Тоже крохотулечка. Спасем малыша от ночных холодов. Того и гляди, сегодня по коробочку наберем сморчочков. Хорошенькие. Немножко протопали в следующий осинник. И тут тоже нам повезло. Смотрите, здесь светленький. Здесь сладкая парочка. Там вон еще один. Смотрите, видите, как семейка в листочках осиновых прячется. Здесь прям загоревший. Такая прям черная мороженка. Черное эскимо на палочке. Пускай это будет сморчок эскимо. Мы назовем его так. Там чуть-чуть дальше уже не буду снимать. Еще малыш прям светленький. Какие-то мошки в этом сыром лесу. Лес сырой. Знаете, поднимались, где сухо, там прям ничего нет. Чуть пониже спускаешься в палки, в эти дебри, в сырость. И здесь сморчки. Давайте немножко пройдемся. Смотрите, здесь сладкая парочка. Здесь. Идем дальше. Ах, пролезаем через эти дебри. Грибосбор онлайн. Вот сморчок. Дальше идем. Вот сморчок еще один. Идем дальше. Вот еще один. Супер. И вот еще один. А, класс, да? Ой, вообще. Вот мне прям очень нравится такая грибалка. Когда их много и хорошо, так сразу на душе. Давайте же их косить скорей. Один. Два. Три. Четыре. Лежачий. Пять, шесть. И седьмой. И все это с одной полянки. В радиусе 3-4 метров. Подкинь Надюшке в корзинку. Шикарная уже, правда? Смотрите, какая она. Шапочка тут же попадается. Еще один сморчок. Видите, шапка и сморчок, да? В чем отличие? Сморчок высокий, ножка приросшая к шляпке. Сморчковая шапочка легко снимается. Потому так и называется шапочка. Но, кстати, на вкус, на мой вкус, я не знаю, как вам, конечно, но лидирует шапка, потому что она, во-первых, ароматнее, сочнее, нежнее. А сморчок, он очень-очень легкий. Ну, на любителя там, так сказать. Я его обожаю собирать за счет того, что он просто прекрасен эстетически. Я получаю от этого удовольствие огромное. Здесь волшебство прям какое-то. Один, второй. А дальше, смотрите, села, там еще три подряд вижу. Сейчас покажу. Ой, четыре даже. Такая полянка классная. Какие сочные, видите, на солнышко не вылезли, еще не загорели, поэтому светленькие. Смотрите, один, два, чуть поворачиваю, вот три, и чуть-чуть вперед, вот четвертый. Такая вот замечательная полянка. Сейчас мы вас срежем, дружочки. И пока режем один, второй приглядываем, потому что они все здесь прячутся. Они очень хитрые, видите, как они сливаются на фоне этих листьев. Нужно быть предельно внимательными. Они очень хитрые. Вот смотрите, я вот срезала, да, кучку, назад разворачиваюсь, положила. Вот один, я пропустила его. Потому что я шла с другой стороны, их не видно было под листьями. Один и рядом второй. Видите, даже я могу их пропустить, потому что они очень сильно прячутся. Я шла с той стороны, нашла только эти, назад поворачиваюсь. Еще пара.
Вот, пожалуйста. Прям упал под тяжестью своей. Оп. Красавец просто, богатырский такой. Здесь один припрятался и на опушке. Смотрите, прямо вот как раз здесь лесок заканчивается. Вон один стоит. Разворачиваемся на пригорке, еще один. И третий там. А, четвертый еще сбоку. Еще один незамеченный, спрятавшийся, нами обнаружен. Пара малышей светленьких также. Один. Ой, вижу еще один. Второй еще один. Так, вот он. Совсем крошечки. Есть. И еще. Будет много их в этом году. Видите, шапка была. Сморчка тоже хорошо. Это очень хорошие новости. Значит, тоже порадуют они нас в этом году. Видите, как прячется? И не видать с первого раза. Прям такие они светлые-светлые. Если бы черные, да, их издалека видно. А те, что светленькие, прям еле-еле. Так красиво, прям под осиной. Стоит солдатиком. А этот вообще, смотрите, как маскируется, да, с природой. В темных листьях и не видать его. Вон какой уже. А там какая живность. Кошмар, смотрите. Давайте его срежем, потому что там внутри червячки. Это были слизни. Но мы их выгнали. То есть проверяйте иногда, да. Сейчас уже потеплее становится. И в сморчке могут быть слизнички. Еще парочка смугляшей. Вот такая вот красота. Движемся в обратный путь. Насобирали и шапок, и сморчков. Сейчас еще по дороге кое-куда заглянем и посмотрим. Время к вечеру, пора уже собираться. На вершинах снег виднеется. Красиво. Ну вот, на сегодня, пожалуй, нам хватит. И корзиночки. Эта корзиночка просто шикарная, полная сморчков. Ну и сморчковая шапочка полпакета. Считаю, что улов более чем хороший.